Интересная дата. В минувшую субботу планета отметила Всемирный день мужчин. В нашей стране этот праздник был установлен первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Идею поддержали многие международные организации, в том числе Организация Объединенных Наций. Праздник посвящен, и сейчас вы удивитесь, мужскому равноправию. У современных мужчин много обязанностей. Они должны защищать родину, содержать семью, быть надежными, сильными и невозмутимыми в любых ситуациях. Дарить цветы и подарки женщинам. Так принято в обществе. При этом мужчины точно так же нуждаются в любви и понимании. И, конечно, могут быть сентиментальными и любящими. Трудно ли быть мужчиной в наши дни? Об этом мы спросили горожан. Глядя, конечно, на нынешнее поколение, наверное, многим тяжело. А мы, рожденные в СССР, наверное, закалочку-то имеем, я думаю. Поэтому... Мне нет. Вот ответственность, наверное, чтобы мог по жизни вести. За семью, за детей, за обстоятельства. Ну, все требования выполнить нельзя. Я же не лампа Аладдина, в конце концов. А так, свыкаемся, живем вместе, так сказать. А как еще? Ну, а что тяжело? Не такие уж большие запросы у женщин, я бы сказал даже. Просто нужно как бы обеспечивать семью и женщину свою, и все будет в порядке. Заботиться о родственниках, о жене, ну, о невесте, там, в зависимости, кто в конкретный момент есть. И обеспечивать благополучие семьи. Дорогие мужчины, поздравляем вас с праздником, и пусть все ваши обязанности будут вам только в радость.